Жители центральной части Улан-Удэ готовятся к переселению. Старые дома снесут, а на их месте построят современное жилье. Многие жители давно мечтают о переезде в нормальные квартиры, ведь у большинства в домах нет даже отопления и воды. Люди удивляются, то, что мы в центре города живем, центр вроде такой, должно быть все прилично, все хорошо, а мы живем, у нас вода привозная, туалет на улице, дрова, все это, как говорится, на себе. Я хочу, чтобы у меня хотя бы в следующий год, в 2024 году, мечта сбылась, чтобы я хотя бы, для меня был бы огромный подарок, если я бы съехала бы в благоустроенное жилье. Благодаря программе комплексного развития территории все жители приобретут новое комфортное жилье, а центр города станет современным и привлекательным. Под снос попадут более 200 домов. Люди могут воспользоваться денежной компенсацией или переехать в равнозначное жилье. Все варианты обсуждаются индивидуально.